Пишут в комментариях на видео, что в наших глазах Россия во всем виновата, а что наши творят, мы не замечаем. Так вот, да, Россия виновата. До того, как в Украину не пришла Россия, у нас не было ни сгорающих заживо детей, как вот в Харькове недавно, да? Когда в ванной мать трое детей пыталась спрятать и наблюдала, умирая сама, как умирают и сгорают они. До того, как Россия не пришла к нам в Украину, у нас не было в Мариуполе умирающих под завалами театра детей, на которых Россия сбросила авиабомбу. У нас не было Бучи, где расстреливали людей с завязанными руками. Не было изнасилованных и убитых женщин после этого или оставленных в живых. Почитайте расследование ООН. Да, Россия виновата. Потому что если вы избираете себе казусом Белли то, что кто-то кричал москаляку на гиляку, как у вас там в Москве кричат Россия для русских, Москва для москвичей, кто не скачет, тот хач, кто не прыгает, тот хач, то это вряд ли послужит достаточным основанием для оправдания вас в суде. Да и вы не судьи, понимаете? Вы никто. На фоне украинцев вы просто какая-то влезшая в страну плесень, пожирающая все живое и неживое. Когда плешивый этот гном рассказывает о том, что он хочет денацифицировать там Украину, демилитаризировать. Я напомню, что в 2013 году, до захвата России и Крыма, Украина в Конституции была записана как внеблоковый статус государства. У нас единственная вооруженная база другой страны на нашей территории была, это российский флот Черноморский в Крыму. И его не будет после этой войны, я вам гарантирую. В Севастополе. У нас отменили призыв в армию в 2013 году, чему я был несказанно рад, потому что считал, нас русские братья на Запад сами хотим, зачем нам эта армия тратить на нее деньги. За что сейчас и расплачиваются. Мобилизация 2014 года, мобилизация 2022 года. Мы отдали свое ядерное вооружение Российской Федерации. Под давлением американцев, конечно, которые сейчас нам не сильно торопятся помогать. Как вы видите, сегодня у нас 12 февраля 2024 года. И Байден с Трампом все не разберутся. Достаточно ли убили россияне украинцев? Или надо еще чуть-чуть подождать и решить, что там с границей с Мексикой? Да, вот сгоревшая эта семья как-то постоянно напоминает о том, что не будет примирения на поколение вперед. Этого не забудут. Вы поймите, это не так, даже не то же самое, что мы считаем сейчас про 812 год. Допустим, про Отечественную войну. Сейчас все это на видеозаписях. Я с балкона снимал, как ракеты градами обстреливают россияне соседние 16-этажки на моей серой стал. Задайте себе вопрос, россияне, что оправдывает убийство сотен тысяч украинцев? Сотен тысяч украинцев. Вы положили своих тут сотни тысяч, да и хрен на них, блин. Я по их черепам хожу там на позициях, просто валяются под ногами, не то, что мне это доставляет удовольствие, подработено. Но хрен на вас, это ваше решение, вы приперли сюда оккупантами. Из-за чего вы убили сотни тысяч украинцев? Детей, женщин, солдат, военных, да, тоже. И, кстати, наверное, даже меньше. Потому что как мы все время защищены и готовы к атаке. Это не то же самое, как эта семья сидела себе дома, двое взрослых, трое детей, и они начинают гореть. И заживо сгорают дети на глазах у матери. Подумайте об этом и скажите мне, из-за чего вы это сделали? Из-за того, что нас Бандерой назвали улицу? Да срал я на этого Бандеру, он помер за 80 лет до меня. До моего рождения, блин, нафиг уже
30 лет его не было, 20. Вы пришли сюда убивать из-за чего? Что вам здесь надо было бы? Чтобы у нас символы нацизма не были? Так у нас запрещены были символы нацизма еще до 14 года, до того, как вы приперлись в Крым, аннексировали его, оккупировали. До того, как вы на Донбасс приперлись, в мой Харьков приперлись. У нас уже были запрещены символы нацизма. У вас нацизмом там не, больше гораздо, чем проявление его в Украине. У нас как раз таки толерантный народ. Мы работали, блин, пахали, потрачили то в Польше, то, блин, у вас же в России. Для того, чтобы на жизнь себе заработать, блин. Беднейшая страна Европы была. Чего вы сюда приперлись? Армию отменили, блин, призыв в армию. Что вам еще надо было? Вы сейчас говорите, блин, демилитаризация, денацификация. Это было уже все на момент 13 года. Сильно это нам помогло? И вам уже ничего не поможет. Мы будем просто, понимаете, каждый раз, когда будет какой-то разговор о перемирии, о хреномирии, блин. Представляете себе, вот эту мать, на глазах которой, рядом с ней сгорают заживо ее дети, перед тем, как погибает она сама. Представляете себе эту картину в глазах у шлепки.